получается. Так лучше, да? Так можно и заснуть даже, да? Подремать. Ну, пойдем уже, наверное, в баньку. Сейчас, подождите, еще баню, даже через час можно. Пока еще, да, и тетя Оля пойдет в баню в горячую. Нам уже горячую очень не надо. А самые первые горячие пойдут такие. Вроде как закаленные люди, да? Как ты, тетя Оля, выйдешь в горячую баню? Mm-hmm. Ну, тогда тетя Оля другая пойдет в горячую. Uh-huh. А вам тут... Ну, можно там мыться, в принципе, и дверь открыть. Будет уже легче. Uh-huh. После того, как ты пар снимешь. Да. Ну, как урожай? Нормальный? О! А нет, там это не искали. Лисички. О, давайте-ка я прямо дайте гляну. Ой, ну хорошо, один, прямо один вот жаренько вот. Будет. Два этих белых нашел, они сгнившие, вот под березой. Ага, да. Угу. Ну это для аромата будет хорошо. Потому... Все равно, поздравляем, слово. Ну я тоже так, честно говоря. Семья съест. Ну, думаю, попробую, я съел. Я попался в червяк, с тех пор вообще грибы не ем.